В Лондоне состоялась презентация долгожданной модели смартфона от мирового бренда Huawei. Увидеть новинку первыми и протестировать ее в столицу Великобритании приехали тысячи людей. Каким получился гаджет, расскажут мои коллеги. Вот и долгожданная презентация. На сцене Huawei Mate 20 Pro. Это смартфон нового поколения, который задает новые стандарты в мире мобильных телефонов. Создатели гаджета называют свое чудотворение вершиной инноваций. Смартфон Mate 20 Pro объединяет в себе множество достоинств. Встроенный умный интеллект, новая операционная система Android на базе супермощного процессора Kirin 980. Аплодисментов заслуживает тройная камера от мирового производителя Leica. Широкоугольный и ультраширокоугольный модули дарят безграничные возможности фото- и видеосъемки. Фронтальная камера с разрешением 24 мегапикселей позволяет делать яркие и безупречные селфи даже в темноте. Leica имеет многолетний опыт создания фотоаппаратуры. Наши знания и опыт, с одной стороны, применение современных технологий, с другой, позволяет предоставлять пользователю наилучшее качество в опыте фотографии. И мы надеемся и дальше развивать и продвигать наше сотрудничество. Несмотря на внушительный корпус экрана 19,5 на 9, телефон удобно держать в руке. А мощная батарея держит заряд в активном режиме сутки. При этом за полчаса зарядки питание восстанавливается на 80%. С помощью девайса можно подзарядить и другой телефон, поддерживающий беспроводную зарядку. Наш телефон Huawei Mate 20 Pro рассчитан на людей, которые ценят не только стиль и качество, но и прежде всего самые последние передовые технологии и инновации. Конечно же, алгоритмы искусственного интеллекта позволяют вам наиболее экономным образом использовать батарею. В Казахстане умный и инновационный гаджет можно будет купить с середины ноября. Здесь он будет доступен в изумрудно-зеленом цвете. Жанна Рахимжанова, Нургали Карабаев, Информбюро, Алматы.